Депутаты Законодательного собрания края провели выездное заседание в Зеленогорске. Представители Комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению проверили, как выполняется программа по формированию комфортной городской среды и на что предполагается потратить деньги. Местная администрация разработала стратегию развития города с учетом пожеланий людей. Общим голосованием жители выбрали для благоустройства набережную реки Кан. По проекту там должны появиться детский комплекс, парк для активных видов спорта, удобные скамейки и даже лежаки. На благоустройство детского парка предусмотрено почти 11 миллионов рублей. Работы планируют завершить до наступления холодов. Преобразиться должны и дворы Зеленогорска. Это тоже результат большой предварительной работы. С жильцами буквально каждой квартиры обсуждали дизайн-проекты, составляли и согласовывали сметы. Для нас очень важно, чтобы муниципалитеты восприняли это не как пролившийся на них дополнительный дождь денег. Потому что, конечно, муниципалитеты давно не получали такой поддержки. Почти 900 миллионов рублей муниципалитеты края, городские округа получают на реализацию этого проекта по комфортной городской среде. Но для нас важно, чтобы муниципалитеты, вот эти новые форматы работы с гражданами, вовлечение граждан в принятие решений, в реализацию проектов по благоустройству, чтобы муниципалитеты увидели, что это полезно. С моей точки зрения, это единственный возможный выход. Это единственный возможный выход. Потому что, ну, знаете, есть такое простое выражение, вот только то, что сделали сами люди, они начинают ценить.